В соревнованиях, которые стали традиционными в нашем городе, приняли участие спортсмены из 4 десногорских школ. Посостязаться в мастерстве пришли 24 девочки и 24 мальчика. Игры проходили в 3 возрастных группах. Всего 48 игр. Очередной этап школьных соревнований. Мы проводили уже одиночные категории, потом были парные мужские и женские. И вот сейчас смешанные категории. Все это впоследствии в следующем году планируем провести общие большие командные соревнования. Смешанные категории, парные и одиночные. Мы рады видеть детей любых возрастов в нашей детской секции на тренировках по бадминтону во 2-й школе. Понедельник, среда, 17:30. Соревнования проходили очень напряженно. Всем хотелось заработать очки в пользу своей команды и получить медали в личном зачете. В результате кубок за первое место в командных соревнованиях получила команда школы номер 4. Второе место у команды 2-й школы. Третье место в командном зачете получили спортсмены 3-й школы. Я очень рад и за то, что занял первое место. Это моя первая медаль золотая. Я очень волновалась, когда я ее получил. Соревнования, как всегда, не первый год уже проводятся. Организация хорошая, все на высшем уровне. Конечно, я рад, со своей партнершей заняли первое место. Борьба была тяжелая, но мы сумели выиграть. Рада, потому что мы старались, мы играли, было трудно, но мы выиграли.